палацу спорту Вауручі. Так само звикли для нас фарбовка. Ну, Ханмамедов так само востребований. Так, это был гол. И тут уже Вольга Паулюс показывает, что был гандбол. Гандбол за межами порушения правил. И таким чином стандарт. И Меред Ельди Ханмамедов. Нічого не здолів зробити. Артем Зуйон таким чином забиває перший гол у гэтым матчы. У параўнанні з гасцямі. А тут яны акрамя. Ну, не забиваем мы. Вы ведаце, як істина працуе. Не забиваеш ты і далей па тэксце, так? А мы можам зараз перайначыць гэта. Не забиваеш ты, заб'юць за цябе. Не вырашился, ушел окружением, сам бить поворотом, вырашил сделать передачу на партнером, Дубков с близкой отлеглости, ну тут ничего не сделаешь. А что будет зараз? А зараз передача, вольные ворота, и вот вам уже 4-0. Пошла. Бьє и... На жаль, все-таки забивая, хотя уже мы были готовы повиншовать 12-го номера.